На русском острове кипит дорожная работа. Уже в этом году здесь появится еще более 2 километров заасфальтированных дорог. Сейчас строители работают сразу на 2 участках – от Ворошиловской батареи до Экипажного и в районе поселка КЭТ. Работы ведутся по заказу администрации города. В состав работ входит это расширение проезжей части, доведение до нормативной, усиление дорожной одежды, замена слабых грунтов, формирование кюветной части, перекладка водопропускных труб и укладка асфальтобетонного покрытия. Заасфальтировано будет почти 1,5 километра на подъезде к поселку Экипажный. Еще 900 метров дороги сделают от Экипажного, где сейчас заканчивается асфальт, в сторону поселка КЭТ. Также для удобства и комфорта жителей в районе КЭТ установят новый остановочный павильон и благоустроят пути подхода. План проведения работ согласован с заказчиком, подрядчиком. Сроки выполнения работ у нас по контракту 15 ноября. В настоящее время по той технике, по завозу инертных материалов и по объемам выполненных работ идем в плане. Дороги острова ремонтируют в несколько этапов. Ранее здесь появилось 8 километров нового асфальта на дорогах, ведущих в поселке Поспелово и Парис, а также дорога на улице Экипажной. Затем была сделана дорога до Ворошиловской батареи протяженностью 1,3 километра. Анна Дьякова, новости на 8.